представителем авиакомпании ТРЖПР в аэропорту Куджанд Хусейн Усманов. По поводу выполнения рейсов авиакомпании ТРЖПР могу объяснить то, что вчера вечером у нас два рейса улетели на Москву. Вот, один из азербайджанских рейсов, другой по расписанию, 1964. И они должны были оба самолета вернуться в Хужанд где-то в 9-10 утра. По информации наших представителей в Москве, оба самолета вылетели с интервалом 15 минут. И к моменту прилета, где-то 9-9.30 по Хужанд, видимость была 200 метров туман, и оба рейса улетели на запасной аэродром Душанбе. Я являюсь исполняющим обязанности производственной диспетчерской службы аэропорта Куджанд, фамилия Картинец Владимир. Прошли у нас задержки рейсов по метеоусловиям. Рейс на Иркутск выполняется 30 числа, выполняет компания «Самонэйр». У них проблемы были с самолетом, вынуждены были перенести на 31 число. Рейс бы пошел бы дальше по намеченному плану, но утром начался туман. Самолет не смог прилететь. Только вот сейчас прилетел и будет вылетать, выполнять этот рейс. Второй, значит, рейс на Домодедово компании «Сибирь». Самолет прилетел, задержку, но успел сесть, потом уже дальше плавные условия успели посадить пассажиров и ждали погоду на взлет, но она значительно ниже была, чем допускается на взлет. Ждали, потом в экипаже кончилось рабочее время, экипаж пошел отдыхать. Значит, я являюсь начальником службы организации перевозок производственно-коммерческой службы аэропорта Садохонов Дмитрий Максимович. На сегодняшний день по вине нашего аэропорта ни одного задержки этих авиарейсов не было. Потому что когда самолеты прибывают, мы заранее начинаем регистрацию. Все технические средства аэропорта готовы к этому. И поэтому мы стараемся в кратчайшее время произвести регистрацию и посадку этих пассажиров на данных типов воздушных судов. Так как эти самолеты прибывают к нам с опозданием, значит, приходится задерживать начало регистрации этих рейсов.